С каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. Я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Наконец-то. Сиденье не откинешь. Какой красивый. Почему золотые ворота, а он не золотой? Здесь так много детей. Наверняка у них крутые истории. Конкуренция делает нас сильнее. А что, если им не понравится? Если рассказ не подойдет, он должен быть идеальным. Когда ты родилась, твой брат сказал, что ты лупоглазая. Чего? Но мне казалось, что у тебя самые прекрасные глаза на свете. Мы все разные, Камала. Гордись тем, кто ты есть. Люблю тебя, Абу. И я тебя. И я уверен, что ты победишь. О, и ты только представь! И победитель конкурса на лучший фанфик всех времен и народов – «Мстители против ящерицы с канализации» Камалы Хан! И толпа мне аплодирует! Вот это настрой! Обещай мне одно, в любом случае. О, я же хорошая, Абу. О, Бета, важно не быть хорошей. А поступать хорошо. Именно так. Друзья, мы приближаемся к штабу «Мстителей» на западном побережье и вскоре приземлимся на Химеру. Скорее, Абу, идем! Ладно, ладно, куда так мчишься? Конкурс фанфиков, я иду! О! Добро Добро пожаловать на День Мстителей. Привет, финалистка. Как тебя зовут? Камала Хан. А это мой папа. Юсуф. Хан, отлично. Не забудь поучаствовать в охоте за комиксами. Соберешь все 5 и получишь место на VIP-балконе. Как только раздобудешь все, отсканируй телефон у лифта и проходи. Удачи! У тебя вроде и так полно комиксов, нет? Но я должна попасть на VIP-балкон.
Сказано, что тебе надо просканировать штрих-коды. На каждом стенде по комиксу. Даже не знаю, куда пойти сначала. Надо бить по красным, а не по зеленым. 150 очков до победы. Ерунда! Капитан Америка и Мстители? Сколько супергероев? Ого! Халк, крушить! Этими тощими ручонками? Похоже, мне лучше тебя не злить. Вот, блин. Ты чего? Да вот, такой комикс у меня уже есть. А нужен с Капитаном Америка для комплекта. Погоди, если у тебя будет повтор, поменяемся? Класс. Увидимся. Ну вот, закончились. Божечки, репульсорные перчатки. Боже мой. О, это так круто. Что еще за мерзость? О, виноват. Ты такая маленькая, едва видно. Не надо склоняться перед сыном Одина, хоть твой порыв и понятен. Так кто ты? А, Камала Хан. Ага, а что за вещь у тебя в руках? О, высокоплотный мионный луч, репульсорная перчатка. Первая любовь Тони Старка. Во имя Одина. Такая же опасная, как и он сам. Вы шутите? Угадала. Узри. Вот оружие, которое совершенно... Кто бы ни взял этот молот, если он... Она... Достойно будет обладать силой Тора. Верно. Вот что отличает поделки Старка и мощь Бога. Наверное. Но каждый герой должен с чего-то начать. Так? Да, да, конечно. Ты дитя, как я посмотрю, мудра не по годам. О, спасибо. А вы тоже. Камала Хан. Я запомню это имя. Я что, только что говорила?
говорила с самим богом грома? Офигеть! Главный приз. Комиксы. Соберись. Интересно, Тони Старк переживает, что шлем портит ему прическу. Ты все видишь. Вот это волосы. Можно мне? Конечно, попробуй. Почти достойно, это уже неплохо. Вот твой комикс. Спасибо. Еще один комикс. Кто хочет поднять голову? Это сложнее, чем как. О нет, эти комиксы закончились. Этим щитом Кэп врезал Гитлеру во время Второй мировой. С ума сойти. А ну отойди. Простите. Пускали бы только настоящих фанатов. Эй, с чего ты взял, что я не фанат? Я имею право здесь быть? Думаешь, Мстители твою писанину читали? Вали отсюда. Если весь мир хочет тебя подвинуть, твой долг врасти в землю как дерево, посмотреть им в глаза и сказать «нет». Подвиньтесь вы. Что? Кто это сказал? А фанат бы знал. Ага, да пофиг. Пошли отсюда. Блеск, комиксы кончились. Знаешь, я бы сказал, ты довольно смелая. Спасибо. Ты поклонница Капитана Марвел. Ее нет здесь, но ты бы ей понравилась. Простите, вы Капитан Америка. Я Камала. Камала Хан. 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 Это в твоем рассказе были злые ящеры? Из канализации, да. Да, точно. Тор был в восторге. Говорит, в Асгарде ящерица в трубах – это проблема. Вы читали мой рассказ? Мы все прочитали. Вот это да. Эй, Кэп, нам пора на сцену. Тарлтон уже на взводе. Не видела Тора, он должен быть здесь. Я его видела. Я видела его. Он был у стенда Старка. Но, кажется, он оттуда ушел. Я сама видела. Это кто? Нат, позволь представить тебе одну из конкурсанток. Это Камала Хан, специалист по ящерицам в канализации. А, да, точно. Мне понравилась история про меня с крышкой люка. Было круто. Разве это сравнится с тем, что вы сделали с мадам Гидрой? Просто жесть. Может, пойдем на сцену? Точно. Рад знакомству, Камала. Еще увидимся. Увидимся. Капитан Америка и Черная вдова. С ума сойти. У вас есть ручка? Почти собрала. Вип-балкон, жди меня. Круто! Еще комиксы! Наплюйте это на выход те ученые пистарка. Из телека. Меня сейчас стошнит. Терриган, шаг к новому миру. Не игрушка для миллиардеров. Не все потеряно. Думай о самом главном. Наша работа изменит мир, Джордж. Я знаю, ты не любишь показуху, но ведь оно того стоит. Ему нужна власть. Доход. Обойдется. Это твой шанс.
С деньгами Старка и твоим умом ты станешь героем для всех этих людей. До цели нам рукой подать. Вот вы где. Брюс. Где ты пропадал утром? Срочная работа была. Я знаю. Что такое? Ничего. Так, пустяки. Просто какие-то странные показатели у реактора. Джордж, может, ты был прав. Может, мы поспешили демонстрировать его публике. Давай еще разочек изучим все данные. О, да, да, конечно. Спасибо. Ты уж прости. Эй, что ты здесь делаешь? Упс. Я, ну, заблудилась? Ну, конечно. Давай отведу тебя к главной сцене, ладно? Ха, у меня уже есть такой. Постой. Может, я смогу поменяться с тем мальчишкой? Эй, я нашла комикс, который тебе нужен. Супер. Давай меняться. С тобой приятно иметь дело. Все, я все собрала. Осталось подняться на VIP-балкон. Соберите 5 эксклюзивных комиксов и попадите на VIP-балкон. Директор Фьюри! Директор, вас не тревожит, что реактор геликарьера может не выдержать нагрузки от Терригена? Мы ведь мало Поверьте. Знаем об этом. Мы полностью уверены в нашем проекте. Химера — воплощение безопасности и силы Мстителей и Щита Разум. Спасибо. Бруно мне в жизни не поверит. Девочка, осторожней. Окей. Это лифт к твоему балкону. Надо только отсканировать. Сезам, откройся! Идет царица комиксов! Сегодня мы собрались, чтобы отметить... Лучший день в моей жизни. Удивительная история. В их историях мы герои похлеще, чем в реальной жизни. Мы также хотим представить новый источник чистой энергии под названием Терриген. Говорят, что он очень мощный. О нем вам расскажет человек, который его... Доктор Джордж Старлок. Спасибо, Кэп. Капитан Роджерс. В реакторе Химеры находится новый минерал. Терриген. 3 года назад я нашел странный камень в заливе Сан-Франциско. Мы провели ряд исследований и выяснили, что... Привет, Сан-Франциско! Город приятных людей, кафе и плохих парков. О нет, это опасно. Нам надо уходить. Идем. Для аварии это слишком. Это не авария. Тор, Тони, вы туда. Лечу. Не отставай. Готовь квинджет надо. На всякий случай. Есть. Ты меня ждешь? О, да, разумеется. Подумал, поддам. А вот это уже куда интересно. Действуем быстро.
Тогда догоняй. Постарайся расчистить проход. Есть. Давай, давай! Если не вижу вооруженных людей, нам нужна подмога. Вы недостойны. Тони, Джон, доложите. Тут люди в ловушке. И много человечков с оружием. Я только что поймал автобус. Надо было плотнее завтракать сегодня. Тор, спасибо за помощь. За этими завалами есть еще люди. Понял. Держитесь сзади. Я разберусь. Мы за вами, Тор. Тор, спаси нас! Будет весело! Тор, с кем мы имеем дело? Они пока не представились. Погодите, это же вроде оружие щита. Я свяжусь с командором Хилл. Кэп, они неспроста напали сегодня. Согласен, Брюс. Я останусь на Химере, пока не выясним, что происходит. Помогите! Ранены? Нет, просто застрял. К счастью, для вас я силен. Спасибо, Тор. Идите в укрытие. Не высовывайтесь, помощь на подходе. Новая цель, парни, убейте бога. Иди назад, босс Гром. Ничего не сильнее тебе одному. Надо признать, вышло впечатляюще. Ты удивлен? О, нагреешь. Мне это нравится. Атаку! Берегись! Ты. Смешно. Совпадают с номерами угнанной колонны щита. Это из утренних сводов Юри, которые я не читаю. Ну же, Тони, это важно. Ладно, как скажешь. Ракеты быстро. Рад, что Юри держит мою лучшую технику в одном месте. Эти ракеты рушат все кругом. Да, я знаю. Я сам их делал. Защитить кристалл Дерригена, если в него попадут. Да, мы знаем. Доктор Тарлтон направляется в реакторный отсек. Сидите в укрытии. Так, кто из этой массовки в меня стрелял? Мстители, колонна навезла секретные прототипы щита. Юрий ищет грузовую декларацию. Гил! Как кошка!
Передай Фьюри, что я обожаю, когда в меня стреляют моим же оружием. Будем держать в курсе. Будь ты жива-здорова. Я не думал, что ты это услышишь. По идее, они уже должны разбегаться. У меня чувство, что с нами играют. И здесь творится что-то еще. Кто додумался поставить пулеметы на грузовики щита? Тони. О, точно. Это я. Почему корабль движется? Он же не готов. Кто-то запустил протокол безопасности. У Химеры включился автопилот. Все серьезно. Возвращаемся. Нет. Зачистим мост. Это оружие не должно попасть в город. Принято. За дело, Брюс. Больше настроен на встречу с фанатами и вкусняшки. Соберись, Тони. Мстители, докладывайте. Танки скоро раскурочат мост. Он рухнет, если мы с ними не разберемся. Поспеши, здоровяк. Я больше не выдержу. Опасный старт. Эй, это оружие было для хороших парней. Это что, шутка такая? Хватит уже! Соберитесь! Кэп, что там происходит? Сам не понимаю, Нат. Кажется, реактор неисправен. Странные показатели на мониторах. Тянет к тепловому сигналу в заливе. Нат?
назад город будет уничтожен. Повтори, Кэп, я тебя не... Расслышала. Над, ты слышишь? Перевозила высоколетальную ультразвуковую бомбу. Противник хочет взорвать ее в городе. Мы падаем. Повторяю, ультразвуковая бомба. Немедленно захватите ее. Ультразвуковая? Это розыгрыш? Разве он их не запретила? А ну-ка посмотрим. Эффектное появление. Таскмастер. Нужен детонатор. Если бомба взорвется, она уничтожит все в радиусе 10 миль. Что ж, чего мы ждем? Тони, Тор, тросом! Все это с детонатором беру на себя. Роман! Как один бывший агент за другом. Не отставай! Правда? Вот тебе еще один пил. Я забыл его сыграть тебе за. Опоры моста под контролем! Народ, вот какие-то странные сейсмические показатели. Тони, грузовик! Проголодался. Это я заберу.
знаешь, я надеялся на встречу. Забавно. Я о тебе не вспоминала. Сейчас обидно всегда вставать на шаг. Тебе нужна химера, да? Что ты хочешь с ней сделать? Продать подороже? Мне нужно кое-что куда более ценное. Что же? Не буду портить сюрприз. Силишься понять, что происходит? Сдаешься? Ни за что! Ну и что же тебе удалось выяснить? Что ты явно не мозг этой операции. А еще, что ты хочешь меня отвлечь. Хватит болтать! Трусиха! В чем дело? Не любишь сюрпризы? В следующий раз будь внимателен. Этого ты не ожидала? Думаешь, вы победили? О чем это ты говоришь? Оглянись, Романов. Мир запомнит этот день. День, когда герои подвели их. Что происходит? Город рушится. Стив, ты слышишь? Убирайся оттуда! Это... К черту! Нет. Пять лет назад «Мстители» представили опасную, неиспытанную технологию, что привело к катастрофическим последствиям. Всеми любимый Капитан Америка погиб, предотвращая кражу этой технологии. Погибли и тысячи невинных граждан. На многих остались шрамы со времен катастрофы Дня Мстителей. Сотни заболели, попали в плен странных коконов и, выйдя, обрели особенные противоестественные силы.
Неизлечимая болезнь быстро распространялась по всей стране, и хотя и щиты Мстители обещали справиться с ситуацией, конец эре героев положил своим выступлением доктор Беннер. Ваши так называемые герои превратили Сан-Франциско в отравленную газом зону отчуждения. Появились могучие мутанты, сеющие хаос по всей стране. Многие скрываются среди здоровых. Я повторяю вопрос, доктор Беннер. Опасны ли мстители для общества? Да. Объявленные вне закона, некогда могучие герои разбежались. Но из боли родилась надежда. После ликвидации Stark Industries, доктор Джордж Тарлтон, также жертва Дня Мстителей и основатель компании АИМ, считает науку ответом на проблемы нашей страны. Хотел бы я знать, что случилось с капитаном Роджерсом, но, увы, я был далеко от реактора. Ответов у меня нет, но одно я обещаю. Свой второй шанс я использую, чтобы защитить вас. АИМ найдет лекарство от болезни нелюдей. Утешительные слова для семей, которых коснулась болезнь. Но правдивы ли они? Многие критикуют методы АИМ. В так называемую армию сопротивления стекается все больше людей. С вами Фил Шелдон с репортажем в годовщину Дня Мстителей. Сами не видят, что творится у них под носом. Ну же, куда же вы делись? Должен быть хоть какой-то намек. Приветик. Если получится, копируй, что сможешь. Мы тебя найдем. Другое дело. О, Ретро Старк. Мы можем поговорить, Бетта? Да, конечно. Через пару часов девочки уезжают в мусульманский лагерь. Ты еще не опоздала на автобус? Сегодня? Мы же это обсуждали. В этой поездке ты сможешь отдохнуть от всего этого. Побыть на воздухе, с друзьями. Наки расстроится, если тебя не будет. Ты прав. Я подумаю. Ладно. Хорошо. Там будет мороженое. О, и главное, там не будет никаких мальчишек. Люблю тебя. И я тебя. Ты не понимаешь. Ладно, что у нас там? Подсказка к паролю. Первая любовь? О! Если... Что? А... Давай, Камала, подумай. О, точно! Блин. Да ладно. Ну нет. Не может быть. Боже, я вошла! Мне просто не верится. Так, все скопировать. Слава эгоцентризму Тони Старка. Что? Нет, нет! Нет, 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 нет! Накрылся! Точно что-то нашла.
Лучше смотреть это в штабе. Надо же, как заволновались. Надо добраться до штаба и посмотреть, что на флешке. Летающие тостеры. А я молодец. Спасибо, что подбросил. Нужна высокотехнологичная охрана, если только я могу допрыгнуть. Мой штаб. Тут, конечно, бардак, но это мой родной бардак. Совсем истрепалась. Интересно, они делают такие для огромных кулаков? Амир был бы в бешенстве, если бы это увидел. Хотя мой братец по любому поводу бесится. Пусть только попробует напасть издалека. Руки у меня длинные.
нужен мой ноут. Абу выкинул бы их, если бы увидел. Он все еще винит их за то, что случилось со мной в День Мстителей. Так, посмотрим. Это Химера? Наверное, запись из реакторного отсека. Доктор Тарлтон. Он же был на капитанском мостике. О, Кэп! Что происходит? Обалдеть! Тарлтон запер его? Это не неисправность. Он убил Кэпа. Боже мой, он убил Кэпа. Что? Танцовщица? О, нет. Парк героев? Даже не знаю. Вдруг ловушка? А если нет? Надо это кому-нибудь показать. Действуй умно, Камала. Отдай эту запись и иди. Здравствуйте. Я доктор Джордж Шрам, основатель агентства инновационной механики. Мы с вами предлагаем вам открытие этой вышки в клинике 5 дней людей в Берси-Сити. Оставайтесь на месте до окончания сканирования. Что? Один из них здесь? Спокойно. Не бойся. Сканирование. Иду в парк этой дорогой. Наверное, прямо? Иду в парк этой дорогой. Наверное, прямо? Раз Тарлтон врет о том, что был на мостике, кто знает, что еще он выдумал.
изящно, но получилось. Так, теперь к статуе Кэпа. Давно не виделись. В детстве родители постоянно меня сюда водили. А им расчищает место под новую клинику. Тупая идея. Все нелюди. Все пропали без вести. Вот из-за чего волнуется Абу. Отсюда статуя Кэпа видна как на ладони. Дать руку помощи, здоровяк. Кэп давно погиб. Танцовщица? А ну отдай. Эй, ты куда? Домой. Правда? Мы только пришли. Эй, выпьешь? Нет, спасибо. Чего? Скорбишь тут, что ли? Да просто решил мимо пройти, и все. Мимо. Ну же, уходите. Ага. А это зачем? Хочешь, чтобы они вернулись? Мало людей угрохали? Что? Нет. Нет? Нет? Нет. А что тогда, м? От нелюдей прешься? Да ладно вам. Тупые фанаты. Ты в порядке? Ха, смотри, а у него подружка есть. Зак, зацени сумку. Чего? Вы совсем чокнулись? Я просто хочу домой, ясно? Вы что творите? Мой братишка был на дне Мстителей. Написал что-то про Капитана Америка. Да при чем тут Кэп? А вот при том, он стал весь фиолетовый. И его забрали! Эй, полегче. Зак, теперь он мертв! Стой! Он мертв! Я сказала! Валим! Она из них! Не трогай ее! Сваливаем! Чувак, ты живой? Скорее, бежим! Отойди! Что? Ты танцовщица, да? И что мне делать? Ты о чем вообще? Пожалуйста, дай мне уйти. Эй! Надо идти. Если меня схватят, то на этой стене появится и моя фотка. Значит, туда мне не надо. Следов объекта не найдено. Блин, сколько их тут? Thank you.
Сколько их тут? Я смогу вернуться домой. Они знают, кто я. Блин, сколько их тут? Я смогу вернуться домой. Они знают, кто я. Уставные долга обрамлены следы. Изучить. Принято. Твоему другу нужна помощь. Давай. Пойду в парк, встречусь с танцовщицей. Тупица, тупица, тупица. Давай, Капелла, думай, где они тебя не найдут? Подвисаться. Надеюсь, они не умеют плавать. Ну, ящерицы... За гадость! Дрон зашел движение в канализации. Тогда спускайтесь туда. Живо! Похоже, ко мне гости. Готовлюсь к спуску. Понятно. Они идут на перерез. Класс. Как раз мечтала вечером повозиться в помойке. Люди из-за им тоже меня ищут. И еще телепортируются.
вроде никого. Предатель не она. И тем не менее. Отлично, ты очнулась. Ты уж прости, эти синтоиды просто действовали по охранным протоколам. Кража личных данных – серьезное преступление. Моника, не наседай. Что происходит? Куда вы меня везете? В безопасное место. Прости меня. Я знаю, что в жизни я не так хорош, как моя голограмма. Зато акционерам она нравится. Доктор Тарлтон? Он самый. Зачем ты взломала серверы? Я ничего не крала. Тогда что ты там искала? Может, лекарство? Камала, а им всего лишь хочет, чтобы мы не были бессильны перед властимущими. Практика показала, безграничная власть опасна, гибельна. День Мстителей тому пример. Тебе повезло остаться в живых. Наши технологии помогут исправить их ошибки. Мы сможем вернуть тебя к нормальной жизни. Я просто угадала пароль, и я не ждала, что получится. Она агрессивна. Инфекция прогрессирует. Что? Я не хотела никому навредить. Конечно. Но вдруг ты снова утратишь над собой контроль? М? Ну что, если ты ранишь кого-то из близких? Даже мстители поплатились за гордыню. Вы были там? В смысле, когда Кэп погиб? Вы были там? Да. К счастью, Моника нашла меня на мостике. Восстановительная формула спасла мне жизнь. Давай, Камала, сделаем это, да? А им хочет тебе помочь. Я как-нибудь сама. Черт возьми! Схватите ее! Живо! Молодец, Камала. Теперь они знают, что ты из нелюдей. Дура! Чем ты думала, а? Вступишь в сопротивление? Станешь героем? Домой нельзя. Ами, Абу, их же накажут. Что я наделала? Юта. Старая база щита. Сопротивление знает, что делать. Вот черт! Нелюди без регистрации. Сдавайтесь, и вам не причинят вреда. Ага, сейчас! Прятаться негде. Надо бежать из города. Что? Остановись!
валить отсюда! Хотите увидеть мои силы? Пожалуйста. Тянуть новым друзьям? Просто супер! Все как мы любим! Думаешь, ты там спрячешься? Ну тогда хватит пытаться меня убить! Неплохо! Прикрой меня. Скажи, что я с тобой в походе. Пока, Джерси. Индивид 1102 создает свои точные копии. Разве только цвет глаз незначительно варьируется. Клетки делятся по центру, создавая отдельных индивидов. Она как червь планария, но человек. Именно. И сохраняет воспоминания своего породителя. 0925 выпускает мощные сгустки энергии. И еще минимум полдесятка способны управлять огнем. У нас целый арсенал. Программируемая сила под нашим контролем. Конец героям и их ошибкам. Тебе нужна еще доза. Я в порядке? Ты полгода пролежал в коме. До этого ты задыхался от кашля. Еще пара доз восстановительной формулы, и ты полностью излечишься. Они все еще зажигают свечи перед статуей. Если б не молот, я б давно снес ее. Брось ты. Зачем показывать людям, что ты боишься мстителей? Доверь это моим людям. Займемся адаптоидом. Ты права. Эта версия, возможно, мощнее. Она стабильна? Почти. Oh!
Что-то потрясающее. Вы позвонили Юсуфу Хану. Оставьте сообщение, и я перезвоню. Привет. Я все же решилась. Мы с Наки и другими в лагере. Представляешь, мобильный тут не ловит, и мне пришлось тащиться до автомата, чтобы позвонить тебе. В общем, ты прав, тут полный улет. Буду в воскресенье. Буду паинькой. Люблю тебя. Согласно теориям из интернета, в этом каньоне есть база сопротивления. Это мой последний шанс. В моем стиле. Мчаться на край света за какими-то слухами. Но кроме слухов у меня ничего нет. А им тоже здесь? Нужно поспешить. Наконец-то! Хоть что-то не из камня. Это хороший знак или плохой? Сопротивление. Они должны быть здесь. Должны. А им успели первыми.
Если Аим сюда добралась раньше. Эй! Тут была их база. Но где они сейчас? Может, успели уйти? Нет, кому-то точно удалось уйти. Они должны быть где-то рядом. Надо искать дальше. Надо забраться повыше и посмотреть, где я. Не злись, Абу. Я просто решила размять руки. Родители пришли бы в ужас, узная они, где я. Да я сама в ужасе. С ума сойти. Химера. Я нашла их. Глазам своим не верю. Погнали. Есть! Тише. Свет, кто-то там есть. Ой, внизу был реактор. Скорее уж надо наверх. Ого, наверное, я уже у цели.
капитанский мостик. Но куда все делись? Вот, это точно штаб-квартира сопротивления. Тут точно спали люди. Но как давно? Может, это те дроны АИМ их спугнули? Как-то тут пыльно. Не, они точно где-то здесь. Возможно, они спрятались в жилом отсеке и застряли там из-за отключившегося электричества. Надо подключить питание. Может, я смогу снова включить электричество? Может, здесь есть переключатель или кнопка? Их спугнула. Похоже, старушка разваливается. Что это? Ого! Это то, о чем я думаю? Почему он здесь? Какой легкий. Ты был прав, Кэп. Терриген – мощная штука. Кто здесь? Fire!
Пощадите, пощадите. Надо выбираться. Вот почему сопротивление сбежало. Должен был превратиться в доктора Беннера. Помощи не дождешься. Что может случиться, если нажать на красную кнопку? Если Халк вернется, мне конец. Ого, здесь раньше был ангар. Почти на месте. Тихо, Камала. Просто доберись до верхней головы и дай оторвать тебе голову. Жму кнопки, двигаю платформы. Все ясно.
О, распределительный щит. Так. И вуаля! Теперь кнопка работает. Я смогу выбраться отсюда. Вот и выход. Никаких следов сопротивления. Наверное, Халк их спугнул. Мне надо как-то спуститься. Ну и что теперь делать с записью? Задержать цель. Гамма. Грузы. Первый. Ты что, следил за мной? Так стрёмно. Цель поступает. Грузы. Второй. Отличная реакция. Тебя не боюсь. Thank you.
Эй, что вы делаете? О, тише, тише, тише. Все хорошо. Я хочу убедиться, что ты в порядке. Нет, нельзя же вот так брать кровь, у кого вздумается. Я знаю, знаю. В обычных условиях нет, но это необычные условия. Обалдеть. Доктор Беннер. О, нет. Так, 9-е шоссе, оно в 20 милях от 90, вот там остановка, и ты сможешь... О чем вы говорите? Я, видишь ли, довольно долго был здоровяком, вот так. И давно вы здесь живете? Ну, несколько лет, да. Это поразительно. Да. Мне уже говорили. Неужели из-за этого робота им загнали ребенка в пустыню? Не совсем. Я типа сперла кое-что с сервера Фаим. Что? Сперла? Ладно, зачем? Я сама знаю, но... Просто вы сами посмотрите. Тарлтон. Да. А зачем отключать охранные протоколы? Неужели он? Да. Да. И я о том. Он закрыл Кэпа в реакторном отсеке и пытался угнать Химеру. Ну, может, не совсем все так. Мы знаем, что реактор забарахлил, и, может быть, Кэп просил его отключить охранные протоколы и запереть Нет, дверь. Мы все слышали показания о Дне Мстителей. Тарлтон и Моника в момент взрыва были на Капитанском мостике. Именно поэтому они сумели выжить. Это доказывает, что Тарлтон даже близко у Капитанского мостика не был. То есть он врет. А где же остальное? Меня вышибли. Остальная часть повреждена. Да. Слушайте. А если Мстители подставили? А? Тарлтон, а им... Это их лекарство. И я... Здесь что-то не сходится, что-то не так. Я чувствую. А вы? А я-то думал, что ты воровка, решившая стащить щит Кэпа. Ну... Я подумала... Вдруг мистер Старк поможет? В смысле, вся система на его технологиях. Если кто их взломает, то это да. Он, да? На 9-м шоссе есть остановка. От нее двигайся на восток и встретишь моих старых друзей. Они помогут. Мария хорошая. Скажи ей, что от меня, и покажи ей все это. Вы же видели запись? Признали, что что-то не так. Прости, я не могу помочь. Хотел бы, но не могу. Но вы же доктор Брюс Беннер. Один из величайших умов наших времен. Каких еще умов? Ты что несешь? Мы такое натворили. Ты не понимаешь, как это опасно. Тарлтон зовет таких, как я, нелюди. Говорит, что мы больны. Опасны.
безумны. Что наша болезнь убьет нас в итоге. Ну, а я не верю. Я сама найду мистера Старка. Подожди, я... Я тебя подброшу. Правда? Тони спрятал свои игрушки, когда Stark Industries разорилась. Где сейчас Тони, может знать только Джарвис. Эта дорога должна привести нас к секретному входу в архив. Супер! Отличный день для прогулки. О, вот это настрой. Ты носишь тот коммуникатор, который я тебе дал? Ага. Он почти незаметный. Так почему вы вернулись обратно на Химеру? Не я, а он. Так, это он распугал все сопротивление? Честно, я не особо помню Камала. Здоровяк повздорил с несколькими агентами щита, а после... ничего. А, ясно. Кажется, я что-то нашла! Тут тесновато. Да, береги голову. Так, давайте я помогу. Спасибо. Не надо, я прав. Впереди есть поляна, вход должен быть там. Круто. А на что вообще Джарвис похож? На старый жесткий диск образца 1998 года. Еще вопросик. На что похож жесткий диск образца 1998 года? О, боже. Ого. Наконец-то. Значит, мы близко. Ну вот. Приварено. Готов! Начать задержание! Доктор Беннер, что мне делать? Что? Нет, говори.
Надеюсь, у вас есть с собой сменная одежда. По молчанию, я тебя не развеселила. Ну и ладно, Брюс тоже не ценит мои шутки. Брюса! Нет! Ладно, ладно, больше ни слова. Об очкарике. Это надолго. Эй, все хорошо? Да? Порядок? Кажись. Вот оно что. А им не просто оказалось здесь. Они тут работают. Надо найти Джарвиса и сматываться отсюда. Thank you.
все здесь под властью Аин. Мистер Старк еще тут? Могу залезть в вентиляцию глянуть. Да, или так. У них тут везде охрана. Походу, так себе идея. Зашибись! Они решили все перекрыть. Я внутри. Ну и широченная тут вентиляция. Похоже, Аим перестроил архив. Все новенькое. Много пушек. Видел бы ты, сколько внутри солдат. Ты явно привлек внимание им. Архив должен быть где-то в недрах здания. Буду искать.
Доктор Беннер, стоп! Перекрыть подходы всех подопытных на площадку 3. Тарукон здесь? Они что-то прячут на верхнем этаже. Встретимся там. Может быть, это архив. Есть проход через лабораторию, а тебе пробиваться через серверную. Это не вы. Это чудовище, не вы, доктор. Вы бы не стали уничтожать данные. Ну, конечно. Thank you.
Я хочу помочь, Брюс. Еще не поздно. Тригенезиса. Что это? Что случилось? Здесь они их мучили. Халк, ты должен разбить здесь все. Крушить. Взять Халка! Брюс, вы знаете правду. Вы были единственны. Но сейчас мы пытаемся из... ошибки мстителей. Наши ошибки. У всех нелюдей теперь есть шанс на лучшую жизнь. Мы можем уберечь нелюдей от вашей судьбы. Нужно лекарство. Он врет. Никого они не спасают. Мне жаль, что до этого дошло.
Я вижу, что вы боретесь. Вы не хотите быть этой тварью, но вы слабы. Вы... Опа! Остановите Халка, это сделаю я. Мне придется. Вот это да! Архив! Да как же туда попасть? Халк, я нашла архив мистера Старка. Сейчас попытаюсь его открыть. Надо подать питание на двери. Кажется, там есть генератор.